предотвращение преступности и правонарушений, обеспечение общественного порядка. Важнейшие задачи, возлагаемые на представителей правоохранительных органов. Бдительность и оперативное реагирование помогают своевременно выявить нарушения. Комплексная работа в этом направлении налажена в системе органов внутренних дел. Завершающий материал выпуска – попытки кражи, пресеченной сотрудниками ГУВД города Ташкента. 13 июля на номер 102 поступило сообщение от 27-летнего Даврона. Мужчина сообщил о том, что ночью неизвестный снял и похитил 4 колеса с его автомобиля Lacetti Gentra. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Выехавшая на место следственно-оперативная группа изучила записи с камер видеонаблюдения. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 30-летний Бобур, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Вскоре он был задержан. Как-то проезжая по улице, я заметил машину Джентра, 4-я позиция, и решил снять колеса. Приехал ночью, вокруг никого не было. С помощью ключа я снял сначала 2 колеса с левой стороны, потом с правой. Машину поставил на шлакоблоке. На это у меня ушло 40 минут. После погрузил все в свою машину и отвез домой. Я хотел продать их, но не решился. Через пару дней меня задержали. В ходе осмотра у него дома были обнаружены и изъяты украденные колеса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В свою очередь, ГУВД Ташкента просит владельцев машин не оставлять транспортное средство без присмотра. Будьте бдительны.